свою команду. Хозяев забит. Кадерли в роли нападающего. Антропов, Христич. Что, гол? Да, гол. Долг платежом страшен, да? То же самое. Дмитрий Христич, еще, кстати, одна фишка, тоже как проверили, говорят иногда, да, матча. Христич-то свое имя, НХЛ. Ну, в принципе, имя там заработал чуть пораньше, да? Вот, ну, в Бостоне тоже поиграл. Кстати, недоволен был своим временем, которое он провел в Бостоне, не совсем ему нравилось. Судя по всему, вот, во всяком случае, это исследовал из интервью, которое он нам дал. Как играет команда. Кстати, первый бросок попал в Рейдбург, и вот второй все-таки продавил. Вообще, а потом третий, по-моему, не добил Такер шайбу в ворота. Нет, по-моему, Кристич еще забил, вот бросок попадает в коньки в Бурку. Потом Макларен проиграл позицию, и Хэл Гилл. Ты посмотри, три защитника были, да, на льду. А это как раз от Гилла, от клюшки Гилла по шайбе попало в ворота.